Ребята, доброе утро. Мы первые на стройке. Ну, я перед этим, как зайти, когда первые, я снимаю все. Давайте посмотрим. Ой, включили все-таки кондиционер. Пока мы двери закроем, Анжелика уже зашла. Так. В общем, как я вынес, так оно и стоит. Никто ничего не убирал. Ага, были здесь короеды. Я называю столяров короеды, потому что они вообще капец, ребята. Вот дырочки. Как бы показать ближе. Вот они. От пистолета. Короче, пистолет хреновый, делает выбоины и вообще непрофессионально сделано. Так что, если мой знакомый, если ты меня смотришь, лучше покупай инструмент хороший и нормально делай. Так, дальше что сделано? Еще здесь доделана арка. Ты видела, Анжелика? Здесь доделали арку. Вот эти панели, в которые я не давал цены, и вот поставлены двери. Блин, какой бардак. Вот, ребята, это в конце дня они трудились, нахрен, извините меня за слово, кинули все и уехали домой. У нас был прикол такой, когда я в Канаду приехал, работал на общей стройке, там, где строили. И мужик снял свои буты, сейфты рабочие. И вот так посередине, как вот этот мусор, кинул. Ну, а внизу был фанера вот такая. И, короче, он тоже такой ныряха был. Взяли его буты, шурупами прикрутили к этой фанере. Он с утра за буты, а буты не поднимаются, прикручены шурупами. Короче, его как-то научили. Я так думаю, что их надо учить денежкой. Выписал инвойс. Не убрал за собой, выписал инвойс на 300 баксов за день. Все нормально, будут убирать. Короче, а сейчас как мне вот именно скафл, вот это сооружение, передвинуть туда к окну? Мне надо поставить герметик на этом и на этом окне. Это надо убирать, вот эти пилы, вот это, что они насрали. Короче, блин, столяра, блин, срать их, мать. Блять, с ними постоянные проблемы. А я не буду нервничать. Здесь то же самое. Здесь, да. Вот видите, коробки пустые кинули. Этот что ставил. Ну, короче, ребята, на стройке такой бардак. Такие, блин, о. Сошел сюда, кинул, все. Нормально. О, пистолетом бьют. То есть, вот эта часть, передняя часть, у него хреновая, и они уже забивают и делают такие выбоины. Да, без слов. В общем, снято. Если что, будут проблемы, видео покажу хозяину. А пока что для вас приятного просмотра, всего хорошего и приятного дня, приятного понедельника.